Приветствую всех, меня зовут Синицын Георгий, это моя подруга Ксения Гайсина. И сейчас мы вам расскажем про Свердловскую областную специальную библиотеку для слепых. Прямо на входе в библиотеку есть тактильно-звуковая мемосхема, с помощью которой мы можем узнать, как выглядит Свердловская область, а также прослушать информацию о городах. Гоша, попробуй. Если говорить про проекты, и в частности проекты инклюзивные, то есть, соответственно, есть как для взрослых читателей библиотеки, так и для детей. Регулярно проводятся, например, собрания клуба «Репортер». Это медиа-клуб, где ребята, зрячие, ребята незрячие, пробуют себя в качестве журналистов, притом освещают и участвуют в различных мероприятиях, не только мероприятиях библиотечных, но и мероприятиях городских. Библиотека удивляет своим ассортиментом. Здесь есть как и книги по Брайлю, так и плоскопечатная литература. Также здесь присутствуют аудиокниги, что делает библиотеку уникальной. Сейчас у меня в руках книга, посвященная 9 мая и ее название. «Лейтенантский дозор». Сейчас я нахожусь с любимыми юными читателями части библиотеки в сенсорной комнате. Здесь находятся мягкие игрушки, подушки, а также дидактическая панель. Все это помогает незрячим детям познавать мир через ощущения. В библиотеке есть много настольных игр, адаптированных для незрячих игроков. Гоша, ходи! Ну, например, каким образом мы можем повлиять, да, на общество? Наверное, мы благодаря накопленному опыту показываем в те возможности наших читателей, показываем, насколько учреждения культуры могут работать с людьми с инвалидностью, в частности, с людьми с инвалидностью по зрению. В библиотеке мы оба нашли, чем заняться. Хорошо, что в нашем городе есть место, где взрослые дети, зрячие и незрячие, могут проводить свое свободное время и учиться.